Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я вам расскажу, как зарегистрироваться в программе развития общественной благотворительности Whole World всем миром, как активировать свой кабинет, привязать кошелек и оказать финансовую помощь. Если вы нашли мою реферальную ссылочку, переходите по ссылке и попадаете на выбор языка. Сайт представлен на данный момент на русском и английском языке. Если вы перешли по моему лендингу, смотрите, как он выглядит. Это страница захвата. Также он представлен на русском и английском языке. Можно начать зарабатывать. Вот эту кнопку нажать. Можно пролистать вниз, ознакомиться с проектом. Можно начать свою регистрацию вот здесь. Вводите свою почту и жмете «Зарегистрироваться в программе». Вас также перебросит на официальный сайт проекта «Всем миром». Зарегистрироваться в программе можете нажать сразу «Перейти сейчас», либо ждите автопереход несколько секунд. То же самое у вас произойдет, если вы перейдете по реферальной ссылке. Выбираете свой язык. Есть две кнопки «Вход» и «Регистрация». Если вы еще не зарегистрированы, значит нажимаете кнопочку регистрации. И также пишите email. Обязательно при проверке проверяйте, что вас пригласила Ирина Агапова. С чужими структурами я не работаю. Жмем зарегистрироваться. Внизу будет имя спонсора. Заполняете здесь имя, фамилию, свой email, телефон, Skype, выбираете пол, придумываете пароль и нажимаете продолжить. Имя, фамилия, телефон, Skype. Пароли совпадают, галочка автоматом стоит, принимаю условия соглашения и нажимаете продолжить. Далее вам нужно активировать свой аккаунт. Стоимость обслуживания счета в системе составляет $5 в год. Выбираете способы оплаты. Вы можете оплатить аккаунт карточкой Visa или MasterCard, WebMoney, Bitcoin кошельком и много других способов. Также, если вам спонсор продал или подарил пин-код, который можно активироваться, выбираете пин-код. Я, например, продаю пин-коды за 200 рублей. Здесь вводите эти цифры и нажимаете «Отправить». И смотрим спонсора. Ваш аккаунт активируется. После того, когда вы активировали свой аккаунт, вас перебрасывает на создание и привязка кошелька. Выбираете платежную систему. Здесь у вас будет стоять галочка, что рекомендовано для вашей страны. Advanced Cash, OkPay, Payeer. Если у вас еще нет такого кошелька, вы создаете кошелек. Если у вас уже есть, просто вводите номер кошелька долларового, который у вас уже есть. У меня привязан Advanced Cash. Переводы приходят сразу на него. Указываете номер кошелька, нажимаете «Привязать кошелек» и вас перебрасывает на оказание финансовой помощи. Для того, чтобы оказать помощь в размере $100, вы выбираете любой из представленных ниже способов и следуете подсказкам системы. Сейчас ввели прямую оплату с карты, что очень удобно. Ну, если вас устраивает другой способ, выбираете наиболее удобный для вас способ. Если вы хотите оплатить с карточки Visa или MasterCard, нажимаете Visa MasterCard, вас перебрасывает на заполнение карты в размере 6105 рублей. Сумма в рублях, потом это все конвертируется в доллары. Вводите сюда номер карты, месяц, год, три цифры с обратной стороны. Вводите свой email, нажимаете «Оплатить» и вам приходит смс на телефон с кодом, с одноразовым. Вы вводите этот код и оказание помощи происходит. Вы становитесь участником благотворительного проекта «Всем миром», и у вас будет статус «Бизнес», «Благотворитель». Это значит, вы сможете приглашать и получать денежные переводы от людей со всего мира.